54 человека трудятся сегодня на заводе по производству карбита кальция и ферросплавов в Инте. Новое производство располагается на базе бывшей районной котельной и микрорайоне Южный. В 2018 году ее закрыли. Добротное здание было решено реконструировать. Сейчас специалисты обустраивают в нем подсобное помещение, проводят внешние и внутренние сети. Цехи готовят под установку нового производственного оборудования. На сегодняшний день у нас на заводе работает 54 человека. Монтажники, стропольщики, газоэлектросварщики, каменщики. Вот. Работы у нас ведутся восстановительные в системе коммуникации. То есть это вода, отопление. Восстанавливаем электрическую часть поврежденного кабеля, который вот на освещение. Ведется опись и проверка всего электрооборудования, которое здесь было на заводе. То есть это двигателя, которые приводят в движение конвейера в галереях первого, второго подъема. Одновременно идет утепление контура здания, установка окон, заливка полов. Санкции против России внесли свои коррективы в подготовку завода к открытию. Пришлось искать новых поставщиков для технологического оборудования. У нас поставщики изменились до санкций. То есть планировалось везти с одних мест, искали альтернативу, пока же нашли альтернативу. То есть связались, и сейчас все необходимое мы поставляем, что нам нужно для строительства. Впрочем, несмотря на трудности, с которыми пришлось столкнуться арктическому резиденту в Инте, тем не менее, процесс реконструкции не прерывается. Работы ведутся, хотя открытие завода и выход на полную мощность немного откладываются. Не просто продвигается стройка. Те сроки, которые назывались вначале, оказались не совсем реальными. Тем не менее, реконструкция идет, люди работают. И каждый раз, когда я туда прихожу, я вижу существенные сдвиги. Надеюсь, что все бюрократические препоны и необходимые документы будут получены, и мы в этом году запустим первую печь в эксплуатацию. Шаг за шагом, степ-бай-степ, эти вопросы находят разрешение. Там сформировался уже такой стабильный коллектив, причем люди, которые там работают, они понимают, что они строят для себя, что они впоследствии смогут там найти для себя рабочие места и постоянное место работы. Когда завод выйдет на полную мощность, здесь планируется задействовать от 200 до 300 человек. Жители Инты трудоустраивать на работу будут в приоритетном порядке. Само же производство удастся существенно удешевить. В рамках новой схемы теплоснабжения города планируется перевод на газ Интинской ТЭЦ. Как отмечает мэр Инты Владимир Киселев, в этом году продолжаются работы по прокладке газопровода. Его мощность рассчитана на 28 тысяч кубических метров в час, а значит, хватит и на завод карбитов кальция и ферросплавов. Любовь Лапина, Наталья Думих, Евгений Михалкович, телеканал «Юрган», Инта.